Жилой комплекс «Ленинградский» строится в Хабаровске почти 5 лет. Сначала объект планировали сдать в сентябре 2019 года. Стройка несколько раз останавливалась. Новая дата ввода в эксплуатацию – сентябрь 2021. Но работы снова остановлены. В рабочем порядке мы с застройщиком пытаемся провести работу по поводу возобновления строительных работ. Ну, есть определенные заверения, да, что в ближайшем времени они начнутся. Но параллельно к этому вопросу, естественно, подключаются наши правоохранительные органы. В Ленинградском возводят 2 пусковых комплекса. Сейчас один из них готов на 90%, второй на 60%. Специалисты отмечают, если строительство возобновится в ближайшее время, то первую очередь могут сдать еще в этом году. Но шансов на это мало. В Краевом Минстрое создана специальная комиссия. В нее входят сотрудники Министерства и Стройнадзора, а также правоохранители. Посещение данных объектов связано с тем, что если у застройщиков, у которых возникают какие-то проблемы, правительством Хабаровского края возможно оказать какое-то содействие по решению этих проблем, естественно, эти проблемные вопросы мы обсуждаем и пытаемся их решить. Вопрос ввода в эксплуатацию домов дольщиков находится на особом контроле в краевом правительстве.